Это настоящий подарок для самарцев. Почти 50 экспонатов. Каждый таит в себе свою историю. Но все они объединены теплом и светом великого мастера Зураба Церетели. Зураб Церетели – народный художник Российской Федерации, президент Академии художеств. Российские города, в которых не выставлялся мастер, можно сосчитать по пальцам. Любимый народный художник каждый раз удивляет и будоражит публику. На этот раз в Самаре работы на объемной эмали. В этой технике мастер начал творить в начале 80-х. Несколько лет проводил специальный эксперимент. Выставлял работы на крыше зданий в Грузии и Москве и смотрел, как эмаль реагирует на температуру. Тогда он работал с 7 цветами, сегодня в палитре более 20. Нам хотелось обязательно показать пейзаж. Аргонавты у нас, это его любимая серия, мы все не привезли, но она связана тоже с водой. Автору не чужды волжские земли и красавица Волга. Это можно увидеть в его работах. Например, вот в этой, которая называется «Чудесный улов». Среди портретов в глаза бросаются умело отраженные человеческие эмоции. Это и отчаяние, и страх, и отсутствие свободы и права выбора. Но показывает он их немного иначе. Будто бы визуализируя старую поговорку «У страха глаза велики». Все они с восточным колоритом и буйством самых разных красок. Холодное здесь граничит с теплым, яркое – с невзрачным. Любовь ко всему человеческому читается между строк. Выставка в целом наполнена намеками и ассоциациями, через которые автор повествует о разных судьбах. Сегодня день города, и мы все любим наш город. И вот Зураб Константинович сделал нам этот подарок, свою выставку на день города, поскольку он также страстно любит жизнь, как и мы свой город. Одним из первых выставку посетил губернатор Дмитрий Азаров. И тем более она выпуклая, и это и не растекается, и в то же время... Да, очень интересно, конечно, выпуклая. Увидеть работы знаменитого мастера и поискать в них свои смыслы горожане смогут до конца сентября в художественном музее. Мария Левина, Николай Сидоров. События.